Доброе утро, народ! И добро пожаловать в Дагестан! Еще раз добро пожаловать! Не подумайте, что вы включили какое-то старое видео, просто я опять на Эрганайском водохранилище. А вчера я стартанул с Махачкалы, как вы помните, и достаточно долго ехал. Спустилась ночь, я не успел нигде найти место для того, чтобы встать. И, блин, а тут как бы с этим не так просто. Ты едешь, и слева-справа вообще ничего не видно. Где прикольно, где не прикольно. Поэтому я просто решил доехать опять до сюда, потому что здесь классное место, здесь уже, так сказать, намолено. Кстати, ребята, если у вас есть какие-то классные лайфхаки по тому, как искать места для ночевок в различных таких вот чудесных путешествиях, то будет очень круто, если вы напишите в комментариях, потому что я пока не очень представляю, как это делать, кроме как смотреть на знак елочки и табуреточки или смотреть в приложение Park4Night. Так, раз уж я теперь один, весь автодом в моем распоряжении, я решил сделать небольшую генуборочку, разобрать, что вообще есть, максимально оптимизировать пространство и так далее, потому что, ну, мы были с Лехой, и хотелось максимально время все-таки уделить путешествию, потому что Леха все на 7 дней был, у него как отпуск. Хотелось максимально много ему показать каких-то классных мест и самому посмотреть. А теперь я в более чиловом режиме могу себе позволить потратить там 2-3 часа на то, чтобы привести автодом в порядок. Поэтому сейчас мы будем заниматься именно этим. Погнали! Так, ну что, все вынули, все выкинули, подмели, подпылесосили, но тут, если посмотреть, видно, что все такое тоже достаточно говнистое, поэтому я решил, что здесь я тоже заюзаю чудесную шваброчку, которую я вчера купил за 600 рублей. Короче, помоем сначала здесь пол, я думаю, потом туда закидаем все говно, как мне удобно, а потом помоем пол под конец уже в жилой зоне, чтобы было красиво и приятно, и можно было ходить босиком теоретически. Супер чисто! Я также решил все-таки жилое помещение тоже сразу отпидорить. Ну, чтобы по два раза потом не делать, вот, видали? Есть еще всякие мелочи, вот надо тут подтереть, он, видите, грязь и так далее. Но с полом закончили, пол чистый, швабра за 600 рублей справляется, как что угодно за 600 рублей, то бишь очень круто. А теперь пора закинуть все это говно внутрь, правильно? Не знаю, может кому-то полезно будет. Значит, здесь сзади я оставил в быстром доступе стол, стулья, чтобы их легко можно было вынуть. Это, по идее, всегда нужно вместе, да, то есть мне нужны стол и стулья. Вынул, зашибись, тут два пакетика, это мои белые кроссовки, убитые в говно. Я хочу их помыть просто быстренько, а это просто всякие грязные вещи, которые, ну, типа, еще легко убираются, и мы с вами все равно поедем в прачечную. Да, мы поедем в прачечную, ребята, в Дербенте, я думаю. Ну, здесь специальное крепление для лестницы Леха сделал. Вот, здесь такое более кемпинговое. Здесь всякое приблюдо для машин, для машины и для ремонта. Я сюда даже пока не лазил, как-нибудь потом. Не все же за один день делать. Вот. Спереди здесь вообще пока пусто. Просто, вон, смотри, сколько места. Спальник и надувной диван, этот красный, я положил посередине, потому что я не пользовался еще ни разу и не знаю, когда буду. Так, здесь вон обувь стоит вдали, которая пока тоже не юзаю, но до нее достаточно легко добраться. Вот, а здесь вот, сейчас подсвечу, хоп, сюда я убрал тоже всякое говно, которым я не пользуюсь, это плитка, примус,
дуршлаг, который нахрен не нужен, потому что с кастрюли отлично сливается. И весы напольные. Не спрашивайте, для чего я взял с собой весы. Обычное автодомное дело, бери все подряд. Вот. Что дальше? Я вынул вон много новых маек. И вот здесь вот этот вот пипец меня бесит. Просто я сюда накидываю все вот так вот, потому что у меня нет нормальных органайзеров. Вот у меня есть здесь вот парочка органайзеров, которые мы купили еще в Москве. Сейчас я постараюсь их как-то заюзать, может быть, реорганизовать немножко, вот ту полку засунуть там маек. Вот такой вот план. Да, с органайзерами не очень получилось. Органайзеры очень маленькие, сюда помещаются только две майки. Ну, мы просто покупали наугад те органайзеры. Нужно будет заехать в Икею. Здесь, не знаю, в Дагестане вряд ли. Я не видел таких супер больших магазинах в Икее. Да хрена органайзеров крутых. Я видел на сайте. Надо будет заехать в Икею и как-нибудь купить четенько по размерам большие, чтобы сюда органайзер для маек, органайзер для штанов, органайзер для трусов, носков. В общем, сделать все четко. Видите, просто мы спешили уехать сюда и таких вот всяких мелочей не сделали. Поэтому, видимо, пока это говно остается вот в таком виде. Я хочу сейчас немножко разобрать ящички, разложить так, как мне удобно. Как раз, может быть, вот эти вот органайзеры там и пригодятся. Так, смотрите, что у меня тут по ящикам. Здесь, по факту, меня все устраивает. Тут чисто посуда, она все достаточно аккуратно лежит, не гремит ничего. Здесь я ничего трогать не буду. Так, вот здесь вот у меня, хрен пойми что, инструкции, зажигалка, GBL-ки, специи, ну то есть просто так все навалено кое-как, не прикольно. Еще ниже у меня такой более лично гигиенный ящик получился. Здесь лекарства в двух пакетах. Дезодорант, духи, нахрена я взял духи, не спрашивайте, ни разу ими не пользовался. Бритва, всякие еще стики для бритвы, всякие приблуды. И это просто пустая коробка, которая ничего не делает. Ну, потому что хорошая коробка, в нее можно что-то положить. В общем, я думаю, сейчас я поменяю местами, я сделаю вот этот ящик личным для гигиены, сюда перекину, а сюда я перекину всякие приблуды, типа клавиатуры, мышку. Вот здесь что там еще есть? Лампа, наушники, GBL-ки, оно все пойдет сюда. А в эту вот чудо-штуку я что-нибудь запихаю. Наверное, лекарства, может быть, просто накидаю сюда. Они будут так вот аккуратно в коробочке. Так, ну что, 10 минут работы и сделано. Значит, снизу теперь всякие приблуды. Так, вот все вроде более-менее аккуратно разместилось. Для чего эту штуку использовать, коробку я еще не придумал. Сюда еще пойдет клавиатура и мышка и пылесос. Клавиатура, мышка еще мне нужна, потому что я еще рендерю вам новый видосик. А пылесос заряжается. Все это сюда отлично зайдет. Вот, и теперь здесь сверху у нас личное гигиенное пространство. Как видите, его тут теперь просто море, потому что я в эти контейнеры убрал все лекарства. Да, два контейнера полностью с лекарствами. Я старый, и мне нужно много лекарств. Вот так вот. Я доволен, все круто. Осталось, по идее, на сегодня, что я хочу сделать, это бутылочница. Потому что здесь полная тоже жопа. Здесь какие-то пакеты, все навалено. Здесь тоже вот так вот все навалено. Я даже точно не помню, что там вообще есть, что нету. Сейчас последнее, что мы сделаем, это проапгрейдим бутылочницу. Так, ну, улучшение бутылочницы достаточно банальное. Сверху я засунул все мягкое, губки, полотенце, бумагу. Внизу я оставил все химозные бутылки. Что-то там протекло вниз, пришлось все вынуть, протереть. Насухо. Ну вот теперь все аккуратненько стоит. По идее, еще пара бутылочек влезет, если вдруг нужно что-то будет. Так вот. О, все, ребят. Я закончил. Это у меня заняло, наверное, примерно 2 часа. Я доволен. Я буду еще дальше
пидорить свой автодом. Я надеюсь, это было интересно, как-то полезно. Я не зря тут это все распинался на камеру. Осталось позавтракать и гнать. И гнать, смотреть места. Все как мы любим, правильно? Ну и, конечно, по-хорошему, когда ты убираешь внутри салона, хорошенько еще бы помыть всю машину, особенно когда да, у тебя вот такая. Я нашел грузовую моечку. Сейчас, надеюсь, на последней бабке смогу ее всю помыть. И она будет чистенькая, красивенькая. Да-да-да. Cool. Йоу, поднимаюсь в два улчок. В целом, дорожка там 7 километров по серпантинчику достаточно адекватная. Асфальт говно, но ехать можно. Вот последние 1.5 километра уже на первой передаче едешь. Сейчас еще полегче стало, было прям жестко. Ну как жестко, блин, с асфальтом нормально. Ну, я думаю, заедем на автодоме без проблем. Асфальт все-таки не Гаор и не Кахи, где там по говну приходилось ехать. Так что вот так вот аккуратненько, вот там 2000 оборотиков держим и отдыхаем. Ждем, пока это все кончится. Вот, видите, тут уже покруче стало. Ну, забираемся, забираемся, ничего. Опять же, думайте, стоит вам сюда кататься так или нет. Вроде как сюда экскурсии ходят вообще без проблем. Ох, да, хороший подъем. Ладно, буду рулить машиной. Я приехал в село Чох. Село Чох – это самое древнее село Северного Кавказа. Здесь археологи раскопали останки присутствия человека где-то около 6000 лет до нашей эры. По идее, это просто небольшое село вокруг гор. Я не знаю, куда идти. Я просто выбрал какую-то самую мерзкую дорожку наверх. Может, там будет крутой вид. В общем, сейчас я вам все покажу. Ну такое, пока что-то я вообще не понимаю, в чем прикол. Не, виды, конечно, зашибись, виды. Виды, как обычно, топчик. Но в чем прикол старого города? Идем дальше узнавать. Я не понимаю прикол этого места. Ну ладно, идем дальше. Ну что, друзья, это все село Чох. Я даже у местного спросил, типа, что здесь посмотреть. Он говорит, да по факту ничего. Село горело 2 раза. Последний раз в середине 19 века. Все эти дома конца 19, начала 20 века. Он сказал, что там если наверх подняться, там на самое плато, там как раз вот эти вот останки поселения 6000 лет до нашей эры. Ну, типа, туда идти надо дня 2 пешком, я не знаю. Короче, дело тут нефиг, моя оценка 4 из 10, просто ни о чем. Но так как эта дорога идет дальше в Гамсутль, куда я сейчас еду, то по факту можете здесь тормознуться и 10 минут погулять. Ничего страшного не будет, может вам понравится.
Ну, я надеюсь, что до Гамсутля я смогу доехать, потому что, походу, там дорожка полная жопа. Сейчас увидим.